Ну, окей, давайте, уходим, сейчас он скинет. Короче, вот так вот мы здесь мучаемся, страдаем. Не знаем, чем заняться в Западной Сахаре. Знаменитый марокканский аттракцион, когда козы лазят по органовым деревьям, едят листики. Вот они. Органа – это косметическое средство, из него делают, органовое масло. Рому остановили полицейские, это женщина, радар, он нарушил, сколько-то километров в час превысил. Сейчас выпишут ему штраф. Итак, Рому уводят женщина, через плечо у нее пистолет, камера. Что, довольны? Штраф тебе выписали? Нет, поболтали за жизнь. И все? Да. Просто куда едете, сколько километров? Но она все пыталась узнать, есть ли у меня мани. А, мани. Я говорю, нету мани. Она... Ладно, в чем там смысл-то был? Ты превысил сильно? Да, превысил. И, короче, не взяла нисколько? Да, что значит не взяла, я не дал. А, не дал? Просто не дал, сказал? Просто... Я просто поеду? Да? Просто... Так здесь, значит, просто... штрафы, да? Просто вот, видишь, она говорит, у тебя есть мани? Я говорю, нету. А как так? Сколько, говорит, мани есть? Я говорю, нисколько нету. А как ты едешь? Я говорю, только кредитка. Как это кредитка? Я говорю, ну экспедиция у нас, говорю, за все компания платит. Я говорю, вообще нету ни рубля. Пишите штраф, типа, да? Да. Она такая... Штраф, что это? Они мне уже показали, сколько дирхам надо заплатить. Сколько? Сколько? 450. Ни хрена себе. Показали, сколько в евро. Мне уже 20-евровую купюру показали. У меня там такая пачка денег. Ничего себе, 20 евро. И ты сказал, пишите мне это, да? Я сказал, пишите штраф. Нету совсем нисколько. О, молодец. Она говорит, ну сколько-то вообще есть? У нее еще голос такой смешный. А она что, по-французски, по-инглишу? Ну, все вместе. Все вместе? Прикольно. Мани, у тебя нет мани, какого черта? Вот, и потом, короче, все. Прикольно. Крабы. О, живой еще, видишь? Живо, что краб. Не, они не все живые. Не, крабы только живые. Да вон, двигается. Не, краб живой. Какой вон, рак? Ну, лангуст тоже живой. Не, тут все свежее, просто тут, по крайней мере, колоритно. Смотри, тык, тык, тык. Ага, сейчас цяпнет. Связан. Ага, вот это кишечник. Фрак, тык. Короче, сейчас набираем. Он все взвешивает, говорит, сколько стоит. До того, как мы сядем, потом, если все устраивает, мы едим. Взвешивание идет. Ну все, это наш обед сегодня. Лобстер, краб, креветки, сардины. This with salad, bread, drink, chips, everything made from. Что, обманывают уже, да? Ого. For everybody, salad, bread, drink, chips, everything made from. Он говорит, еще одного окуня нам подарит. Но, ну окей, давайте уходим, сейчас он скинет. Окей, last price, last price. Окей? Я да, окей, окей. Окей. Хорошо. Хорошо. Все, сторговались. 20 баксов с человека. Вот, значит, все съели уже, рыбу съели. Остался краб и лобстер. Я еще не пробовал, все. Амиго. Ну, кванта? Сколько? How much? 15. How much dirham? How much dirham? 100. 50. How much 50? How much? 5-0. So? Si. Bye, coach. Пока, говорит. Вот порт Суэры. Находимся в форте. Здесь. О, купается. Че, может тоже искупаемся? Смотри, как прыгают. В эту воду что-то не очень. Вон там вот рыбаки. Каждое утро уходят и приходят с уловом. Вот это старые корабли стоят здесь на ремонте. Вон там кайтсерферы гоняют. Мы сейчас поднимаемся в этом форт наверх, на крышу. Нормально. Сейчас будет светлиться. Это, короче, бойница,
Здесь стоишь и из мушкета целишься сюда. И смотришь. В чайку. На берегу Атлантического океана прекрасный вид портится количеством мусора на склонах. Вот прибой, пляж. Мы едем в Агадир. Еще 20 километров. Арки Эликсгиры, пляж точнее, с арками. Вон знаменитая, самая знаменитая арка упала. Остались более мелкие. Сюда надо приходить рано утром, чтобы когда отлив, погулять под арками. Сейчас, как вы видите, вода высокая. Если не проехать, не пройти, только все намочимся. Мы в Эль-Аюне, в самом центре города. Вот такой вот у нас отельчик. Фонтаны. Автобусы, номерок, все дела. Раз, два, три. Все. Так, человек радуется, блин, когда... Сорвал локоть на то себе. Покажи, покажи. Ерунда какая. Нальем сколько-нибудь. Ну, долей сначала пол-литра там, посмотрим, пока доедем. 200 грамм. Пол-литра, наверное, много, но давай дольем чуть побольше. Главная площадь Эль-Аюна, площадь свободы, независимости и отмены рабства. Вот дворец Конгресса, вот тут шейхи. Радостная новость. Да. В Западной Сахаре бензин стоит на треть дешевле. Если в Марокко стоил 10.50 за литр, то есть примерно 1 евро, то здесь стоит 7.25 дирхам за литр. 7.25 дирхам это... 50 рублей. Ну, на треть дешевле, да, от евро. 45 рублей. О, так что это очень круто. Заправляемся полный бак, да, и едем дальше. Далеко от Эль-Аюна, маленький городок. Где на въезде стоят страусы и марлины. Не знаю, что бы это значило, но я иду на пост. Иду на пост общаться с полицейскими. Опять каждый пост. Приехали в пустыню. Еще нету дюн, еще нет барханов, но уже есть вот такой вот океан. Смотри, вот видишь, какой обрыв сразу. Вот такой потрясающий вид. Атлантика! Сколько для примера стоит шампунь? Вот людям в России узнать. Вот такая штука стоит $13. Для мужчин написано. А, нет, это Aqua di Colonia. 83% volume. $13 литр одеколона. Кто берет одеколон литрами, тот рад. Я купил чупа-чупсы на взятки. В Африку. Так их сегодня мыши уже ночью погрызли. Да там она один съела, а ты-то что его ешь? Все, я проверил. Че? Че ты проверил? Так, пойдет на взятки или нет? Ну и как? Нормально. Только дурацкий, блин. Короче, я купил чупа-чупсы на взятки специально, чтобы давать неграм их за взятки. Ну типа, вот по пол дирхама. Вот он сидит, их точит. Мало того, что у нас мышь один чупа-чупс сгрызла ночью. Вот там вот в углу, короче, у нас чупа-чупсы все лежат. И сегодня я проснулся, и мышь один сгрызла. Там где-то ошметки, обертки и надкусанный чупа-чупс. И сейчас вот еще один сидит тут, точит их. Все равно ночью придет уже компания из мышей, она проведет сегодня. Все сожрут.
Короче, вот так вот мы здесь мучаемся, страдаем. Не знаем, чем заняться в Западной Сахаре. Город Дахла. Все потому, что дождь сегодня и ветер. Все, вот наш номерок. Там, значит, у нас ванна, туалет. Ванна закрывается на дверь, на пластиковую. Еще душевая кабина отдельная, отдельная туалетная. А ты что порвал тут все? Что у тебя слишком много эмоций что-то вызвало в туалете, пока сидел? Самое прикольное в нашем номере — это балкон с видом на Атлантический океан. О, сейчас отлив, вода далеко. Когда прилив, вода вот до сюда доходит. Вот здесь бассейн. О, наши купаются уже в бассейне. Значит, едем мы по Западной Сахаре уже второй день, третий. Дюн еще не видели, да? Вообще не видели. Вон там вдалеке есть. Но они у дороги не будут? Я не знаю. А если не будут, будем локти кусать? Конечно, проехали барханы. Давай, да давай, доедем тут рядышком. Давай, вон нас оператор давай, готов. Давай, крути. Все. Сейчас вон туда поедем прямо, к дюнам. Дорога кончилась. 2 километра назад. Мы сейчас едем просто по... где-то по пустыне. Мерседес за нами едет, не отстает. Сейчас где-нибудь на твердом месте здесь припаркуемся и пойдем прогуляемся. Да, я думаю, здесь. Самое главное, сейчас пойдем на барханы, не встаньте на змею. Вот, смотрите. Следы феника. Лиса такая, феник. Маленькая. Свежий след. Утренний. Идем на бархан. Поднимаемся наверх. Вот это уже реальная Сахара. А там сокровища несметные. Приехали мы на заправку. Последняя заправка в Западной Сахаре. Вот здесь стоят грузовики. Вот все заправляют такие канистры здесь, бензина. И везут их в Мавританию, потому что там с бензином проблемы. Подъезжаем к границе Западной Сахары. Фронта Полисарио. Непризнанной республики. Сейчас, значит, у нас будет пограничный пункт через 1,5 километра. Значит, мы на границе. Идет дождь. В пустыне Сахара идет дождь, представляете? Вот капельки дождя. Сейчас пойдем ставить печати.